В общем, 12 июня, где-то ближе к обеду, позвонила ко мне по на сотовый телефон Сулубике Джаксылыкова. Вот, она обратилась ко мне, говорит: «Исимбек Жапарович, я бы хотел я не ожидала, что это судья примет такое решение, там я готова обратно забрать заявление, там, в общем, она с извинениями». Вот. И спросила она: «Вы подали апелляционную жалобу?» Я говорю: «Да, подал». Вот давайте, говорит, обсудим это. В общем, я готова забрать заявление. Вот, в общем, я сказал: «Хорошо, ладно, мы подумаем, я не один. Вот, и дам ответ вам. Как дальше поступать?» А никаких условий там она ничего не видела? Нет, ни, условий никаких не было. Она позвонила по номеру сейчас вот. +8 707 635 21 74 из номера, вот с этого номера она позвонила и просила перезвонить, сказать ответ. Условий никаких не ставила. А как вы думаете, зачем могло быть вызвано? Ну, не знаю, там, может быть, совесть заиграла, там, не знаю, там, может быть, все-таки это было сделано под давлением тех людей, которые рядом с ней находятся. На самом деле, действительно, это для всех, вот, что члены вот той организации, нашей организации, беда одна. Вот, по-хорошему, да, было бы лучше, было бы выгоднее для всех нас объединиться и вместе дальше двигаться, да, вот это направление решения данной проблемы. Беда общая. И вместе решать вот намного легче было бы. Вот. Не знаю, там, что подвигло ее на такой шаг. Ну, факт то, что она позвонила, и ну, показалось, что она готова там, значит, забрать заявление там и пойти на мировую. А как думаете, она сдержит слово или все-таки может еще поменяться мнение? Я не могу ничего сказать. Потому что мало ли что там. Может быть, она тогда эмоционально была настроена на это. Там, запросто такие люди там меняют свои решения. Там, любой могут поменять свои решения. Если она была способна пойти на ложные показания, вот, не жалея людей, с которыми она там вместе, там, рука об руку, там, столько лет была, находилась вместе, там, и боролась, и вела борьбу. В один прекрасный день она взяла и предала этих людей там. То есть, я, конечно, не кровопийца. Мы, с другой стороны, она прекрасно знает, что мы подали на нее, там не один, а аж 4 иска. То есть, по уголовному делу отдельное исковое заявление идет. Ну, посмотрим, это все будет зависеть от ее поведения. Там есть уже у нас очень веские основания, вот, и есть для подачи, действительно, там есть у нас очень выигрышный вариант, вот, в нашу пользу. Вот, очень много там есть конкретных фактов, то есть, я думаю, она понимает это прекрасно и решила пойти на мировую, то есть, прийти к соглашению такому. На самом деле нам делить нечего. Если она действительно там сделает все так, как положено, то есть она признает свою вину, вот, о том, что дала когда-то ложные показания, и с этого все началось, вот, я готов просить ее.